пройти. Это победа над нашим страхом. Потому что тебе только страх мешает. Хорошие опоры, перестать делать вот это тоже зажимает. Вот такая поза просящая, она зажимает все тело, не надо. И все-таки иньефос на видеозаписи, обратите внимание, что вы чуть-чуть придерживаете, вот куда-то вот, это не маска, вы куда-то направляете, но это не в маску. А впустить больше, мне нужно больше вертикали и больше округлости, потому что у вас красивый звук, когда вы выходите на мецовочи, вдруг убрала, вдруг появляется это место, какая там уже была. Где-то там была какая-то длинная нотка. Да, вот это. По ней ориентируйтесь. Вот она попадает туда, куда надо. Оба раза попала. И в первый, при первом, и при втором. Вот это место. И в нем и каденции гонять, и все. Сюзанна, Сюзанна,
combinando i miei vestiti con quelli di Susanna e i suoi con miei. Cambiando i miei vestiti con quelli di Susanna e i suoi con miei. Ma ci sono già Дульчица,
первую нотку простонать. Внутренним слухом представляя некий гештальт, некий идеал, к которому стремился. Я больше люблю. Хорошо.
Thank you.
когда говорю, Господи. Тем более ты же знаешь, что он в изгнании. Ну как он там голодает? Есть ему чем прикрыться. Спокойно.
словах. Начинается ми-ду-диез. Понятное дело, что у сопрано это не самое выгодное место в диапазоне. Какого черта вы начинаете с этой арии? Понятное дело, что вы волнуетесь, вы вышли и начинаете сипеть. Или уже ее вторым номером петь. Или не петь ее вообще. Никогда не надо показывать эти ослиные уши. То есть наши проблемы. Никто не посоветовал. Выбор репертуара – это самое, конечно, важное для конкурса. Где артикуляция? Вново. Опять-таки, какой бы там трек не звучит еще чего-нибудь. Как только мы начинаем пробивать все слоги и внутри слогов согласные, звучит. В Новгороде мы рядом с вами жили. Вот оно поехало, поехало. Ну, город, где мы идем.
Надо мыслить не тактами, а вот двумя сегментами. Переключались один на другой. А вы мыслите четвертушками. По дыханию сегмента, да? И психологически настраиваться на то, что у вас будет 2 плюс 2. 2 такта плюс 2 такта. Как тебе лежу на зеленый сад? Oh.
переход сделали, будет вверх. Да. Самое важное выстроить вот эти ноты, чтобы они были удобные, потому что, к сожалению, во всех ариях, во всех партиях, в ансамблях мы часто сидим на переходе. И если мы там удалились, то верхней ноты не будет. Вот как в вашем Валентине. Надо хорошо брать ре и ми, чтобы был хороший фа диез. А вам вот здесь все зависит от фа. Да, здесь вам все. Оно все время, если оно будет в нужном месте, то никогда проблемы с себе молим не будет. Вот как-то так. А, все уже, да? Да, солнышко, у нас все.